Вот. Итак. Уже можно? Да. Дышала ночь сырой прохладой, в туманы кутались дома, глядели кисти винограда. Из недр задумчивого сада и хохоча резвилась тьма. Сияли звезды золотые, кареты двигались вдали, аккорды слышались простые, и голоса теней густые свои мелодии вели. Волна живых воспоминаний катилась к берегу судьбы, осколки застарелых знаний на ниве горьких испытаний вдруг появлялись, как грибы. Сырая ночь их поглощала и золотинками цвела. Она о близости вещала, с любовью встречи обещала и мыслью о любви жила. Ну вот такой романс.